Вот девушка хотела и после. Я хочу внести коллективу. Вы говорите о том, что это Малая Азия, это исторически земля Армении. Но вы, наверное, сами прекрасно знаете, что было там единственное армянское государство, Ашакитская Армения, которое пало в 387 году. После этого армянского образования там не было. И сейчас, когда вы говорите, что турки, армяне там ничего нового не образовывали, потому что это было их государство, с правовой точки зрения вы вводите общественное заблуждение. Это первое. Второе. Вы сами прекрасно знаете, что исторически армяне переселились с Балканского полуострова на территорию Передней Азии. И поэтому говорить о том, что исконно это армянские земли, тоже очень большая ошибка. И опять-таки прошу вас не вводить в заблуждение мировую общественность. И даже и Киликия не была сначала армянской, потом это все, там церковь была перенесена и так далее. Просто благодаря Мхитару Себастасу, который с 1701 года очень умело фальсифицировал историю, создал очень много источников, за что ему должны быть благодарны, сегодня нам трудно сломать эти стереотипы. Но у меня вопрос. Вы только что сказали, что очень много документов, много чего задокументировано. Тогда почему же Армения не принимает приглашение Эрдогана работать в турецких архивах и не открывает свои архивы? Президент Армении Саркисян говорит, что мы никого в архивы не пустим, сами не пойдем, но геноцид был. Это первое. Второе. Если геноцид был, то почему же 140 турецких чиновников, которые были арестованы британским правительством и сосланы на Мальту, им ничего не смогли доказать? В американских архивах Госдепартамента не нашлись никаких документов. Эти 140 чиновников были отпущены. Это были же молодотурки, чиновники, которые сначала хотели инкриминировать участие в геноциде армян. И третье. Признайте, наконец, что геноцид армян, так называемый, не был предтечей Холокоста. Потому что Холокост – это убийство евреев только из-за их этнической принадлежности. Геноцид армян – это депортация из-за предательства. Это не было армянским государством. Они жили в Турции, пользовались там всеми правами. Я полагаю, вы уже читаете вашу лекцию. Нет, я не читаю. Нет, но потому что я смотрю, что это тема вашего доклада. Это не тема моего доклада. Тема моего доклада – это взгляды западных ученых. А поскольку господин Равин дает вам особое преимущество, я считаю необходимо сказать свою точку зрения с единственной целью, чтобы вы не вводили в заблуждение участников конференции. И просто я хочу получить ответ на свой вопрос, почему же вы не работаете в архивах и не открываете свои архивы, если у вас на самом деле есть документы. Спасибо.